Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты Бог мой! Услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани! Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим».